Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Сегодня покупочки из магазина «Магнит». Что же я купила на свою первую зарплату с Ютуба, спросите вы, а я сейчас вам покажу. Не очень много, но это просто такие ежедневные покупки продуктовые. В общем, взяли две пачки макарон вот таких вот. Творог взяла на завтрак. Савушкин по акции был. Сметана вот такая, кубанский молочник. Все цены покажу в конце вам. Бутылочку молочка, бутылочка вот такая пива жигулевского. Купила 4 вот такие батончика нам к чаю. Также по акции был сыр пошехонский, вот такой, булочку нарезного хлеба аютинский. Затем к чаю взяли сухарики. Такие вкусненькие мы брали уже. Вот. И вот такое вот овсяное печенье. Тоже вкусное, бюджетно и вкусно. Взяла пачку пельменей, чтобы лежала в морозилке. Иногда, когда неохота готовить, можно отварить и покушать. И взяла такую колбаску. Московская оригинальная, Тавр. Дети взяли себе пачечку соленых палочек. Так, это мой любимый арахис, жареный с солью. И семечки вот такие вот появились в магните. Раньше не видела. Такие они что-то 7 рублей, по-моему, стоят. И давайте я вам покажу чек. Так, жигулевская 69,90. Пакет 5,90. Батончики по 12,29. Семейные секреты, пельмени 139,90. Печенье овсяное 24,90. Арахис жареный 22,99. Сухарики 24,99. Батон нарезной 25,99. Молоко 65,90. Семечки 7,99, палочки соленые 26,99, колбаса 74,99, творог 59,99, сыр на 130 рублей кусочек вышел, сметана 36,99 и макароны по 15,99, две пачки вышло на 32 рубля почти. Итого я потратила в магазине «Магнит» 762 рубля 37 копеек. Вот такие вот небольшие покупочки были. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока.